вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. И думаю, что основные изменения, вообще-то все изменения в правительстве... Пока я никаких реформ не планирую конституционных. Что касается председателя правительства, правительства в целом, я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно председателя правительства, правительства в целом, я уже сказал, что касается председателя правительства, правительства в целом, я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно... Поэтому мы